А перед началом ролика рекомендую посетить игровой канал Жека Геймс. Ламповые стримы, спокойная обстановка и топовые игры. Тут вы найдете прямые трансляции по таким играм, как Forza Horizon, Escape from Tarkov, ETS, ETS Snow и ATS, SnowRunner многое, и многое-многое-многое другое. Все ссылочки, естественно, в описании. Друзья, всех рад приветствовать на своем канале. Меня зовут Дмитрий, это канал Добро Ед. Это Евротрак Симулятор 2 версии 1.38 э, Бетка 38.025S. С, ну, понятно, там с какими-то косяками, короче, не суть. Друзья, сегодня ролик чисто юмористического характера. Сегодня покажу вам просто моды, которые просто трэш. И чем руководствуются авторы этих модов, что они думают, зачем они это делают, неизвестно, к сожалению. Но показать решил, вот какие моды существуют просто, ну, блин, из, из я не знаю, нормальный, ум, нормальный человек с нормальным умом такие вещи не делает. Оно и не надо, тем более для этой игры, но есть такие, которые вот такой трэш выпускают. И сегодня именно ролик по вот трэшевым модам, короче говоря. Сразу хочу сказать, что эти моды работают, а бы как на последней версии игры 1.38 в данный момент, да, на бетке. Они вылетают, бывает, и в сервисе зависает, и везде зависает, короче, херово работает. Но хочу просто показать вам, что есть вот такие вот моды, которые, ну, просто я не знаю. Это... Пускай меня цепят авторы, короче, что они курят при создании этих модов. Может, я тоже что-нибудь запилю. Ребят, поехали. Первый мод, который я хочу вам показать, друзья. Они, кстати, конфликтуют, поэтому придется мне перезаходить. Но я буду все отдела обрезать в ролике, естественно. Первый мод в дилере брендов модификации продается в салоне дав Это инвалидное кресло. Нахрена эту тему создавали? Зачем они это делали? Это трэш какой-то просто. Это Зачем вот этот мод здесь нужен? К чему вообще этот мод здесь нужен? Это жесть. Сразу хочу сказать, никаким образом этот мод, там, не знаю, ну, этот ролик не относится ни к людям с ограниченными возможностями там и, и так далее, и тому подобное. Всем желаю здоровья и всего остального. Чисто по модам, друзья. Это просто полный бред, который, я не знаю, нахрена его сделали вот это. Для чего его сделали? Но давайте посмотрим все-таки, что это такое вообще, да, и себе. Что за инвалидное тюнинг кресло для Евротрак Симулятор 2. Кабина, стан... тюнинг хотел, тюнинг, блин. Стандартная кабина, шасси, шасси. Два на два. Двигатель я не знаю какой. Одна передача. Одна передача имеет стандартную какой то интерьер здесь. Интерьер тоже сказал, интерьер. Но ну, это просто жесть. Здесь типа спидометр навигации, я так полагаю. Ну, ребят, ну это пипец, конечно. Это имеет одну покраску в таком вот цвете, в каком-то гнилом, торжавом, потертом, и не знаю. Сразу говорю, шины здесь не ставятся, будет вылет. Поэтому я, друзья, не ставлю. И они даже не появятся, к сожалению. Здесь как бы, ну, я... Да, да пипец просто. Тут... Мод надо выкинуть и сжечь просто. И никогда больше такое не создавать просто-напросто. И по салону, по салону, э, салон не меняется. Покупаю, друзья. Сразу хочу сказать, что я поставил тюнинг. Э, точнее, по -по поставил, короче говоря, э, физику просто на максимум, потому что на таких вещах кататься с плавной физикой невозможно. Абсолютно. Так, это у меня профиль, он ломанный, поэтому да, бывает, что я появляюсь в каких-то непонятных местах. Сейчас я быстренько сюда куда-нибудь перелечу. Ой, ребятки, что ж за моды творят, что за моды делают, это просто жесть. Вы посмотрите. Ну, во-первых, ладно, я даже не говорю про тени, хотя посмотрите, тень нормального инвалидного кресла, еще так говорит, да, то есть оттенок имеется. Но что говоря, вот по вот этой всей жести, ну-ка, заводим. Заводим, короче, инвалидное кресло. Скорость. Опа, мы стартанули. Давай, давай. Это... Тихо, тихо. Нереально управление. И вообще, это жесть какая-то. Сколько мы едем с вами? 28 километров в час. Тихо! Пацана убили какого-то. Где пацан? Ядрить, мадрить. Мужик, ты там живой? Почему ты где-то снизу находишься здесь? Сломали, с сломали мы инвалидное кресло. Давай еще разок. Ну давай. Один, два. А да. так вот никто, никого не видно, да? Что у нас кто-то едет, короче? Блин, колеса восьмеркой. ва Ватас. Управлять. Да, нереально. Ребят, ну короче, это полный трэшак просто. Реально, полный трэш. На нем даже невозможно не то что ехать. И, и не дай бог на такое вообще ездить. Да, вот в жизни я имею в виду, да. Ну, всякие обстоятельства бывают, как бы все это понятно. Все мы люди, и у всех все по-разному. Ну, не дай бог, конечно. А в ETS это, блин, это вот шутки шутками. Но вот этот мод просто выкинуть и сжечь, и забыть, как страшный сон. Вот как-то так. И это, друзья, первый мод, который я хотел вам показать в ETS. И вот этот подобный трешак, короче говоря. Поехали дальше. Друзья, следующий мод из разряда трэш. Бугати Черон в виде Лего. Кто-то наигрался в Майнкрафт и в Лего в детстве. Я тоже любил в детстве Лего и как-то и строил и машинки, и самолеты, и корабли, и танки, и космические какие-то вещи. Но опять же, ну для DTS-а, да зачем? Освещения, кстати, нету. Но вы посмотрите, какая... Тихо, 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 тихо. тихо. Я хожу по, -по, -по воздуху. А, какая жесть творится? Это вот, опять же, из разряда для чего это надо. Ну, блин, не знаю. на это тратилось время какое-то, да, на всю вот эту штуку. Но опять же, какая это жесть, зачем это делается? Блин, я не знаю, ребята. Вот опять же, это Лего Бугати Черон. Она в дилеры брендов продается. Как вы видите, вот она на ваших глазах. Давайте посмотрим, что в ней теперь. А, кабина одна, стандартная шасси, движок 160 лошадиных сил, при том, что вчера он это 1000, но если поставить в Лего 1000, боюсь, у него все кубики разлетятся в разные стороны. но если бы здесь была бы система повреждений, прикинь, как кубик улетел бы, блин, атас был бы, короче. Шестиступенчатая коробка передач, имеет стандартный интерьер, охренеть, в каких -то таких тонах, здесь тахометр, спидометр, я не знаю, здесь навигация вообще есть она или нету, Ну друзья, это просто Ой, господи, что-то с чем-то, опять же, что-то с Имеет зато цвет, прикиньте, ее уже можно красить, ее можно сделать красненьким. Или вот таким вот, да, вот как вот черон, он есть в таком цвете, черный вот такой какой-то хрен поймешь. Аква какой-то, не знаю. Но имеется, блин, даже катки нарисовали. Это охренеть просто, что. Итак, по тюнингу. Тюнинга никакого наружного нету, по салону то же самое. Покупаю. Просто покупаю, короче, обязательно куда-нибудь в Нидерланды, я не знаю. Опять сейчас мы где-нибудь полетаем, скорее всего, с вами. Потому что у меня, к сожалению, у профиля, опять же, косяк э -э, вот за руль. И смотрим теперь, э -э, опять же, да, мы летаем, опять же, Берлин, друзья. Но ну, это профиль у меня, вот я говорю, что с профилем косяк, вот на готовом... Что-то, ну, короче, удалить его надо вот в вот, вот эту херню все И все, ну-ка, ядрить, Ну-ка. У него, кстати, звука нет. Сигнала нету, звука нету. Освещение есть. Но он едет вот так вот, как электромобиль, короче. Сколько мы на нем можем разогнаться? Максимум 90. А почему 90? Может, у меня включена какая-нибудь а, симуляция вот этой вот скорости, ограничение, нарушения правил дорожной, эмуляция усталости. А, давайте сейчас ограничение скорости. Где оно у меня? Есть у меня ограничитель скорости? Стоит почему? А ну да, профиль, профиль, профиль. Давай! Навалим 92, 93, 96. 105, 106, это жесть какая-то, друзья, ну блин, опять же, вот, ну зачем такие моды, вы можете мне ответить в комментарии, зачем такие моды создают, 130 км в час, 133, 134, давай Лего Кар, мы тебя разгоним до 200. По управлению я поставил управление на максимум, просто полоски, как утюг, короче говоря, потому что по-другому. Поворот не зайду я, кстати. Да, да, и все, и пипец. Но вот как-то так, я не знаю, друзья. Смысла и дальше обзревать, я думаю, нету. Разгонится на по 200, возможно. Но, блин, опять же, зачем такие автомобили нужны? На них грузы вот опять же возить какие-то. Может, одиночки даже можно. Я хрен узнать не тестил и даже тестить не хочу. Потому что, по мне, это такой трешак. Вот для чего это делается? Пора чисто, ну, опять же, хрен узнать тут порать. 150 летим, 156, 157. Давайте 200 мы возьмем или нет с вами на этой турбомашинке. Затяжной поворот, надеюсь, 164-под горочку 160 поворачивай, поворачивай, Черон. Ты же топовый э, спорткар, хоть и в лего-варианте, что ли, я не знаю. Ну, но... давайте! Да! Давай 176, то 17... есть 200 летим. Короче говоря, 200, я думаю, она может быть нет. 176, и все. Это, это максималка для данного грузовика. Грузовика, для данного вот этого э, мода. Ручник. Че, не, не зайдем мы в сручника с ручника здесь, нет? Не, и звука даже нет. Ну, вот как-то так это, друзья, пипец выглядит. Это, короче говоря, второй трешовский мод на Бугате Черон. Едем дальше. Еще одна, друзья, модель из серии Майнкрафта Лего и вот эти те... Походу даже, что я автор, по-моему, один, я не знаю, у этого Бугати и вот этой турбо-тачки. опять же, из серии Лего, Ну, я... Вот я смотрю на них и просто удивляюсь. Блин, да нахрена ж такие делать. А, ну, тратить на них время. Почему нельзя что-нибудь нормальное создать? Да. Ну, почему такой трешак создается? Ну, для чего он нужен? Ну, вот, ну, к чему вообще вот эта вся тема? Я хрен его знаю. Ну, да смотреть одна кабина Лего э, одна шасси Лего э, мотор 0.05 когда тебя спросят сколько у тебя лошадиных сил ты прям вот так вот короче говоря 0.05 это короче нога от лошади это даже не нога, это, я не знаю, это ляжка от лошади. <laughs> ляжка от лошади, короче. Спадкова обязательно, обязательно. 5, 5 передач при 005. Ну ладно, хорош. Интерьер вот такой, как в аквариуме в каком сидим. Я не знаю, в нем нет, по-моему, ничего, да. По цвету только желтый, по тюнингу тюнинга нету, по салону тоже, в принципе, ничего нету. Естественно, покупаю, Естественно, покупаю, купить куда-нибудь вот сюда вот. И все. И как вы видите, вон там у меня есть еще один для вас припасенный модик. Наверное, последний, да. Потому что, в принципе, друзья, если смотреть по модификациям, которые существуют еще. Опять Берлин. Э, Существует, да, на просторах интернета. Их очень много трешовых модов. Это я выбрал самый просто трешовый. Но есть же еще моды по типу Кибертрак Тесла. Это есть э, моды DAF Evo Wing. Это Камаз Турбо вот этот V8, к чему такие вообще модификации делают, я хрен ни хрена она бодро рвет при э, э, ляжке, ляжке от лошади 100, 100, 100. опять же звука у нее нету, я не знаю может просто это косяк с 1.38 но тихо тихо, воу Ты посмотри что творит она, она дрифтует ну я куда-то улетел, куда-то непонятно, с Берлина, подожди-ка пока она едет, я сейчас быстро перелечу, чтобы нам можно было вот здесь вот в нормальном как-то это, в нормальной теме давай, 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 стартуй. Не видно ни хрена, ни хрена, конечно, может, положение нужно уменьшить, но в рот его компот не буду это делать. А -а -а, слушайте, гля, как наваливает. Гля, как наваль. Тихо, поворачивай, блин, да дреба. Капец, мы в текстуры усадились, и, 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 походу я даже не... А, не, выйду, слушайте. Блин, ну это просто трешовый, конечно, тема. О! Тихо-тихо-тихо-тихо. Давай. Блин, она не дрифтует, что ли? Во-во-во-во, пошел, пошел, пошел. Тихо! Трантайка. Но она полюбас, короче, разгонится километров по 200, 100%, процентов. с не жестоко. Что я говорил по модам? Да, Камаз Турбо. А, значит, тоже мне не нравится трешовый мод. Вот этот вот, а, господи, американский от а, Трансформеров. Вот этот, не помню, как он называется. Это не Аргоси. Другой там был мод еще тоже просто Космос вообще трэш. Это Дав Эва Винг. Вот этот вот, блин, ну капец. Ну зачем такие моды? Ну, ребят, пишите комментарии просто. Это, это, это жесть, это я говорит, Я нашел для вас самые такие трешовые, которые просто вот голова выносится, блин. Что это за жесть, короче? Я хрен узнаю. Это, 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 просто, друзья, это, это, я не знаю, это атас. Это не мод, это просто какая-то дичь полнейшая творится, не знаю, в системе моделирования вот этого. Хотя люди на него деньги, ой, деньги там, время тратили какое-то. На эти кубики моделировали. Ой, господи, ну это просто жестоко. Друзья, и, естественно, последний мод, который я нашел самый трешовый, это тот вообще, короче, это самый, наверное, трешовый мод, который я видел. И, ну, это, знаете, из серии инвалидной коляски. Но это тоже просто жесть. Это реальная жесть. Показываю. Прям вот у меня он здесь установлен. А, покупка грузовика, дилеры брендов. И, 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 и вот зачем нужно, друзья, вот это? Это что это такое? Это, это зачем? Даже фары есть. Это что за коляска с магнита? Или, не знаю, с Леруа Мерлен пятерочка и фикс прайса там, я не знаю, откуда. Даже освещение есть. А есть топы, кстати, у него? Может, у где-то там с жопы горит что-то? Может, у него жопа горит? Да нет, жоп вроде не... Бензин есть. Как дела? Нормально все? Короче, макак, который управляет вот этой фигней. Ты, 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 просто... Я после этого ролика курить пойду. Я реально, я, я, я не знаю. Это, это что вообще такое? Так, кабина одна, шасси одно, двигатель. Тысяча лошадиных сил. Тысяча лошадиных сил. У, мак у макаки жопа оторвет. Друзья, хочу сказать, что при выборе тысячного Движка произошел вылет Поэтому мне пришлось опять зайти И по новой, короче, вот эту фигню Мода трешовая, даже в том плане, что они еще и вылетают Напрочь все вот так вот Поэтому двигатель здесь вот такой вот Как он есть стандартный, так мы его с вами оставляем Что касается трансмиссии, опять же Одна ничего, тут даже страшно что-то попытаться Тюнинговать, потому что боишься, что вылетит Блин, потому что моды такие, что просто Ну блин, я не знаю, это жесть какая Вот такой салон Вы видели хоть раз салон Тележки нет, я тоже, но смотрите, какой интересный салон. У тележки теперь имеется а, по покраске, даже боюсь менять, что-то цвет. Мало ли вылетит. Ну, хотя не, вроде меняется, но, но тестировать я даже это не буду, друзья. Мало ли что. Тюнинг, опять же, это скорее всего связано с колесами. Здесь видите, даже колеса цепляются от леги и от того маш... автомобиля, который был до этого. Опять же, друзья, ничего менять не буду. Ну и в жопу, иначе вылетит. Иначе стопы. Боюсь ставить, ставить даже не буду. Опять же, возможно, может вылететь. Ну, скорее всего, а может быть, не вылетит. Рискнем. Фу! Стопы! Короче, тележка, теперь у нас все полностью бибика. Я думал, может быть, можно было макаку изменить, там жопу покраснее сделать. Ну, как обычно, не знаю. По салону больше, в принципе, ничего здесь нету. Это, это просто какой-то трешак. Кому нужны были в ETS волосатые руки, пожалуйста. Вот вам волосатые руки. Катай. Берите телеху и катайте на здоровье с, с волосатыми руками, если вдруг кому-то интересно. Покупаем, короче, данный трэш автомобиль. Покупить покупить куда-нибудь вот сюда вот опять же сейчас она у меня будет улетать куда-нибудь сто процентов как всегда потому что опять же говорю профиль у меня корявый но ну, вроде бы каким-то образом работать да и слава богу давайте в берлин опять же да и просто первый попавшийся какой сейчас мы на дорожку с вами выйдем и как мы стартанем с вами на этой телеге прикинь когда тебя спросят что у тебя за тачка ты говоришь телега да не верю да посмотри так но она Давай, родимый. Поехал я, пацаны, в глобус, короче, поехал я в глобус. Во, стартануло. <звык> <звык> О, даже аварийки где-то включилось. У, Тобик работает, посмотри хоть на свои волосатые руки. Ты куда едешь? Вашан? Ашан. 9 километров в час. 9 километров в час. Но ну, может, под горочку 10 поедем, а? Нет, братюль. Чем мне скажешь, поедем 10? Вот про это, ребят, я даже не знаю, что сказать. Вот серьезно. Как макак... Еду я сейчас, как макака на коляске. Вот действительно, когда э, вот эта вся тема. Ты как едет, а как, как обезья, Вон как обезьяна едет. Обезьяна едет. Обезьяна. Самое интересное, посмотрите, тени какие, кстати, здесь. Вот я про, про тени. Тени здесь, кстати, офигенно сделаны, ну, тележки. Но это просто, опять же, вот-вот-вот, ну, я не знаю, пибикалка здесь не работает, ну, какие зеркала топовые с мониторами, короче, вот все дела. Ну, блин, я не знаю, друзья, это жесть какая-то. У меня бы, наверное, если бы я был бы макап, макак, у меня бы жопа подгорела бы, наверное. Я думаю, что у него э, гузло там, э, гуска горит, наверное, гуска, 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 возможно, горит. Но это просто пипец. Короче, вот такие вот дела. Поехали мы здесь под горочку-то или нет? Нет, не поехали, но мы проехали уже 2 километра, короче, конс... прикиньте. Значит, бортового, компьютера здесь нету. Три километра проехали на тележке. А огонь, короче. И вот такие дела. Давайте я запаркуюсь куда-нибудь вот так вот. Оп, 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 оп. Тихо, тихо, тихо. Прикинь, такая в потоке автомобилей поедет. Да это жесть, друзья. Это, это, просто жесть. Друзья, вот такие моды, короче, даже фары есть. Как я и сказал, фары включаются. Фары включаются, блядь. Тележка с фонарями. Вот такие, друзья, трэш-моды, которые я хотел сегодня вам показать. Пишите в комментариях, просто интересно послушать ваши мнения, ваши комменты, что вы будете писать по поводу данных трэш-модов. Я даже не буду их, кстати, оставлять. Нет, я их оставлю все-таки. Возможно, кто-то захочет катнуть на таких на такого рода э, модов. Короче говоря, вот такие вот дела. С вами был Дима, канал Добро и это у меня все новых и стримах. Не забывайте ставить лайки, подписываться на канал. Удачи, друзья!